все-таки хорошо, что мы есть друг у друга. Ты только представь, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. А ты где? А меня нет. Так не бывает. Я тоже так думаю. Ну вот вдруг меня нет, ты один. Ну, что ты будешь делать? Так вот же ты сидишь. Это я сейчас сижу. А если бы меня не было, где б я был? Или у меня, или у себя. Это если я есть. Ну да. А если меня совсем нет? Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц. И на реке нет. Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду. Ты все же обшарил и не нашел. Побегу в соседний лес. И там нет. Переверну все вверх дном, и ты отыщешься. Нет меня. Нигде нет. Нет. Меня ни капельки нет. Понимаешь? Ну что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет. Понял? Нет. Ты есть. А вот меня нет. Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с ежиком свой холодный свет.